Всем привет! Буквально 10 дней назад на моем канале появилось видео пасхальных куличей, и многих зрителей привлекла именно моя кондитерская посыпка. Сейчас я расскажу вам, как приготовить кондитерскую посыпку своими руками. Для посыпки нам понадобится 120 мл обычной холодной воды, 10 грамм агар-агара. Вот такой вот агар вы можете найти в любых супермаркетах. Агар-агар с водой немножко перемешаем, добавляем 200 грамм сахара и отправляемся к плите. Сироп вначале я варю на сильном огне и после закипания убавляю немножко огонь. У моей плиты 12 режимов, я варю на 7 режиме. Сироп периодически нужно помешивать, со временем он будет густеть, и через минут 10 уже можно добавить краситель. В качестве красителя можно использовать свекольный сок. Именно свекольным соком я закрашивала посыпку, которую вы видели на куличах. И точно так же можно использовать любой водорастворимый краситель. В столовой ложке воды разведите нужный вам цвет и добавьте воду в сироп. Сироп я увариваю до вот такого густого состояния, по времени это может занять 15-18 минут. Готовый сироп нужно перелить на пергамент и сразу же его разравнивать. Делайте это очень аккуратно, сироп горячий, и также делайте это быстро, потому что сироп начинает на глазах застывать. Теперь сахарный лист оставляем, чтобы он полностью остыл, и примерно из такого же сиропа можно приготовить конфетки своими руками. В дальнейшем я обязательно вам покажу, как это сделать. Сахарный лист у меня полностью остыл, теперь ломаю его на маленькие кусочки и буду измельчать блендером. Советую вам сделать кусочки поменьше, чтобы не сильно нагружать блендер. Работаю блендером примерно 3-4 секунды и уже проверяю размер посыпки. Если посыпка кажется еще очень крупной, работайте еще 2-3 секунды. Такой блендер сухие продукты в первые секунды никогда равномерно не измельчает, и поэтому мы получаем посыпку вот такого разного размера. Я оставляю себе вот такой вот размер посыпки, посыпка мелкая у меня еще есть. Вот так вот, друзья, все просто. Надеюсь, видео было для вас полезным. Делитесь этим видео с друзьями. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.